Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, коллеги, партнеры. Видите, нас приветствуют по-немецки. Можете еще на каком-нибудь языке написать, будет здорово, кстати. Мы можем так с вами начать учить обращение на разных европейских языках, и не только, да, потому что у нас люди бывают из целого ряда стран на вебинарах. Вот, поэтому Илью приветствуем по-немецки, да, Guten Tag. Вот. Кто у нас еще есть, из каких регионов вы сегодня к нам пришли? Я вижу, что есть Томи из Могилева, Белоруссия. Вот. Людмила из Казахстана, Дворцова Татьяна, если не ошибаюсь, из Кирова, да, Василий из Хабаровска. Вот, рады вас видеть на нашем вебинаре. Вот. Да, Надежда написала. Это, наверное, по-гречески, судя по всему, да? Вот, или по какому, на каком-то языке. Вот, салям алейкум, это нас приветствует из Арабских Эмиратов, правильно? По-гречески, не знаю, как правильно произнести, но очень приятно, что вы написали. Я так думаю, это что-то тоже типа доброго дня, да? Итак, коллеги, речь сегодня пойдет о партнерской программе компании Skyway Capital, о том маркетинг-плане, который у нас действует ну, практически две недели. Да? Вот, с 18 января 2016 года у нас был запущен новый маркетинг. И именно в соответствии с этим маркетинг-планом сегодня вы получаете проценты на бонусный счет и на акционный счет, если создаете бизнес по партнерской программе компании Skyway Capital. Кстати, а есть те, кто активно строит бизнес по партнерке? Если такие есть, поставьте циферку 5, наверное, да? В принципе, важно, потому что сразу хочу сказать, действительно, для кого-то эта информация является просто ознакомительной, да, либо осведомительной, то есть кто-то знает, что есть такая возможность, но, наверное, не совсем верит в то, что можно зарабатывать деньги еще таким путем. Вот. Потому что, если честно, да, то не в школе, в средней там, не в высших учебных заведениях, в которых мы с вами учились, о возможности получения дохода по партнерским программам нигде не рассказывают вообще. То есть, как бы, такого вида деятельности как бы не существует, да? Хотя даже, скажем, перечень специальностей, которые существуют, например, на территории Российской Федерации, если не ошибаюсь, год назад была занесена запись о том, что есть менеджер многоуровневого маркетинга, да? Вот. Я сам лично не нашел, но эту информацию видел в целом ряде чатов, касаемых разных компаний и так далее. Вот таким вот образом. Я вижу, только один человек поставил пятерочку, это Марина из Санкт-Петербурга, из нашей, скажем так, северной культурной столицы. Да? Вот. Поэтому партнерская программа на сегодняшний день, если к ней отнестись просто, это инструмент. Вот если вы имеете какую-то специальность, ну, например, рабочая специальность, да, вы приходите на завод, у вас есть станок. Соответственно, сам станок – инструмент, благодаря которому вы зарабатываете деньги. Ну и плюс еще есть куча принадлежностей, да, к этому станку, там какие-то ключи, еще чего-то, что позволяет вам эти деньги зарабатывать. Вот. Точно так же, как скальпель у хирурга. Это тоже инструмент. Либо маска, да. Привезли человека на каталке, забросили на стол, маску одели. Это тоже один из атрибутов специальности врача. Вот таким вот образом. Критерием активного участия, хороший вопрос, Василий, считается, это то, что вы, в принципе, 7-10 часов в неделю. Да, я не говорю, вот Марина, может быть, строит вообще серьезно и тратит на это по несколько часов в день. Как говорит Рэнди Грейдж, 7-10 часов в неделю для того, чтобы начать создавать успешный бизнес по партнерской программе в течение там года-двух, для начала достаточно. То есть не нужно в это, скажем так, упираться с утра до вечера, тем более, если вы где-то работаете, тем более, если у вас есть, скажем так, любимая, может быть, специальность, какая-то профессия, которая, скажем, вы с душой к которой относитесь, а данная возможность может для вас быть как дополнительный доход. Да? Причем при этом вам не нужно будет делать тяжелых физических усилий каких-то, вам просто нужно работать с информацией. И возможно где-то освоить интернет, если вокруг вас есть достаточно большое количество людей, да либо малое количество людей, с которым вы общаетесь, и в своем круге общения вы человек, который обладает хотя бы там определенным авторитетом. Не нужно быть там таким всем известным, там great, famous там, и так далее, да? Вот. А просто-напросто, если у вас есть какой-то круг людей, которые прислушиваются к вашему мнению, то в этом бизнесе это важно и у вас будет получаться. Но при условии, что то, что вы делаете, вы сами в это верите. Да? Вы сами, скажем так, понимаете, что это перспектива данной технологии, что она действительно может изменить жизнь людей, что это то, что нам с вами решит огромное количество вопросов, если мы просто коснемся темы перемещения по планете либо по стране. Да? Данная технология сэкономит, точнее, сохранит огромное количество жизней. Она будет дешевле там использована и так далее, и так далее. Если вы приходите на наши вебинары, если вы смотрите новости и видите, что
продолжается строительство, и вы действительно душой в это верите, у вас будет получаться лучше. Да? Даже у тех людей, которые вообще в это не верят, да, и красиво врут, ну, бывает такое, в мире MLM и такие люди попадаются, у таких людей поначалу тоже что-то начинает складываться. Но через какой-то момент, если вы врете, люди поймут, что вы врете, и тогда будут проблемы. Тогда даже те, которые за вами пошли, они могут отвернуться и забыть о том, что они делали. Бизнес – это чем хорош? Ну, наверное, делитесь лучшим, что у вас есть, объясняйте людям, что поняли сами, да. При этом не нужно быть доктором технических наук, там, математических, физических, экономических, еще каких-либо, чтобы донести информацию о проекте компании Skyway. Вот. Вы можете, даже если сами, скажем так, не считаете себя оратором, не считаете себя тем, кто может целыми днями, да, у кого язык подвешен, как некоторые считают, рассказывать о данной технологии, вы просто можете приглашать на мероприятия, такие как вебинары презентационные нашей компании, да, людей, друзей, знакомых из вашего города, из вашего региона, где вы живете, из других городов, с других территорий, из других стран. Да, благо интернет нам позволяет сегодня передавать данную информацию из Москвы, а вы находитесь как раз в тех странах, кто-то в Объединенных Арабских Эмиратах, кто-то в Беларуси, кто-то в Казахстане, да, кто-то в Санкт-Петербурге. И там вы можете получать информацию. Вы сам Василий из Хабаровска. Соответственно, люди, которые проживают в вашем регионе, в Дальневосточном регионе, в Приморском крае, да, если у вас с ними есть какая-то связь, вы можете их приглашать. Кстати, вебинары, которые проводятся именно в это время, в первую очередь сориентированы на людей, проживающие на востоке Российской Федерации. Ну и плюс, если у вас есть знакомые в таких странах, как там Япония, Китай, Корея, Монголия, да, потому что у нас есть инвесторы из Монголии, вот чтобы вы знали. Я знаю, что для них это послерабочее время, спасибо, Илья, что подсказываешь, помогаешь. Вот. По поводу того, что главное, поможем спасти планету, вы знаете, тоже правильно. Но еще одну вещь, наверное, скажу, потому что люди приходят к нам в компанию по разным причинам. Одна из них может быть то, что они, скажем так, вот им с детства снилась фантастика, они любили читать там книги Беляева либо кого-то еще, да, где там есть полеты на другие планеты и так далее. И им давно хотелось увидеть в своей жизни что-то, что вчера было фантастическим, а сегодня это есть. Кстати, если мы коснемся мира интернета, это так и есть. Вот, я думаю, что у нас в комнате сегодня присутствуют люди, которые видели фильм «31 июня. Лунный день». Да? Такой музыкальный, красивый. Кстати, те, кто видел этот фильм, поставьте плюсик. И там есть момент простой, я помню, в первой серии, по-моему, да, что вот герой этого фильма поднимает трубку, у него там изображен на экране обычный таксофон, да, только, скажем так, в фильме сделали монтаж, что на экране этого таксофона, там, где он номер набирал, еще крутил пальцами, не было кнопок, раз и появляется изображение, то есть видеотелефон. Тогда это было фантастикой. Сегодня эта фантастика у каждого из вас в руках есть. Практически. Смартфон или планшет, да? Вы можете носить его с собой, если у вас есть 3G или 4G устройство в этом планшете. Соответственно, вам могут позвонить в любом месте, и вы раз и начинаете видеть того человека, с которым вы общаетесь. Фантастика пришла, да? Она сейчас среди нас, и мы как бы так дети, рожденные за последние 5-10 лет, они вам никогда не поверят, что этого раньше не было. Им, точнее, трудно в это поверить. Вы можете их убедить, вы можете даже где-то у себя, скажем так, в кладовке найти устройство, воспроизводившее звук там 30 лет назад. Это может быть какой-то проигрыватель пластинок, это может быть какой-то магнитофон, еще, кстати, даже не кассетный, а бобинный, да? Когда вы его покажете, они подумают, о ужас, неужели вот эта штука, скажем так, может еще играть? Потому что у них играет обычный телефон размером меньше, чем их ладонь, да? А у вас там на складе лежит вот такое устройство, в которое нужно еще, скажем так, правильно пленку эту вставить, вот, и так далее, и так далее. Итак, коллеги, одна из причин, кто-то увидел технологию, действительно перспективу, да? Вторая причина может быть, люди реально, скажем так, стали интересоваться вопросом финансовой грамотности и услышали, что здесь они могут какую-то сумму денег на начальном этапе внести, а на выходе получить больше. Я не говорю сейчас не про тех, кто любит халяву, да? Вот, халяву любят все, по большому счету. Есть выражение «на халяву уксус сладкий», вот, но пить его все-таки нежелательно, потому что будут дырки в желудке, да, через какое-то время. Так вот, здесь есть действительно возможность сегодня, и компания это прописывает в своих условиях, что мы предлагаем людям возможность вложить пусть незначительную сумму денег и с большой выгодой в 2017 году получить гораздо больше обратно, если эти люди примут решение это продать. Да? Вот. Есть возможность получать дивиденды, подождать нужно немножко. Там не в 2017 году они будут сыпаться на нас.
как из рога изобилия. Да? А тогда, когда дороги, которые будут использовать технологию в своей основе, начнут приносить прибыль, тогда будут появляться дивиденды. Вот. Но их может быть много, потому что дорог будет много. В планах группы компаний SkyWay, генерального конструктора, построить в этом столетии миллионы километров дорог, которые будут приносить прибыль, которые будут, скажем так, приносить доход тем, кто понял, особенно тем, кто на начальном этапе понял. Максимальный был дисконт, вы помните, да? То есть от 250 раз на минимальных пакетах до 1500 раз. Увеличение доходности, точнее, увеличение ваших денежных средств, которые вы вкладываете. Сейчас немножко меньше. По мере продвижения нашей технологии, по мере снижения риска, кстати, потому что на каждом этапе развития группы компаний SkyWay с 2014 по 2017 год, вы знаете, у нас есть 15 этапов, сегодня мы на шестом, дисконт снижается, рисковость снижается, венчурность нашего проекта снижается, потому что поначалу это было самое, что ни на есть, венчурная инвестиция, высокорисковая инвестиция. Да? И вы знаете, в мире есть уже много примеров, где высокорисковые инвестиции поначалу становились менее рискованными, появлялись, скажем так, крупные игроки, которые давали на реализацию проекта уже большие суммы денег. Да? И сегодня мы пользуемся целым рядом, скажем так, технологий, которые 5-10 лет назад казалось недостижимой. Но это есть. Итак, коллеги, кто-то видит возможность заработать деньги именно благодаря вот партнерской программе. Да? Потому что вот есть люди-сетевики, которые понимают, если создать большой товарооборот чего-то, причем это что-то периодически может еще, скажем так, докупаться, да, и расширяться, вот, соответственно, это будет приносить и остаточный доход еще до момента выхода даже на инвестиционные рынки нашей компании. Поэтому причин прихода к нам много. Кто-то, скажем так, хочет утилизировать время, которое у него появилось на пенсию, но просто немерено, он деть себя не может, но он человек общительный, он в это поверил, он понимает, что вот это действительно может быть даже тот способ деятельности, о котором он мечтал всю свою жизнь, но приходилось там 40 лет ездить на работу, которую, может, он даже не очень-то и любил. А тут от него никто не требует каких-то тяжелых физических усилий, интересная технология, интересная информация, говорить он вроде бы умеет, причем здесь не нужно говорить как-то красиво, да, и он увидел возможность применение своих физических сил, моральных и духовных в нашем проекте. То есть причин может быть много. Кто-то действительно увидел, скажем так, гения инженера Юницкого и хочет поддержать его, потому что человек уже 38 лет работает на данной технологии внедрением, да, и очень хочется помочь, чтобы это было реализовано. То есть причин может быть много. А сама по себе партнерская программа на сегодня, вы уже видите, давно на слайде написана эта фраза, это возможность получения быстрого дохода, да, то есть создать источник дохода, который может вам давать на протяжении вот ближайших там 2-3 лет и остаточный доход. Если вы сами передадите ту информацию, которую владеете, и те действия, которые вы освоили, то есть навыки, тем людям, которых пригласите вслед за собой. То есть если еще к этому подойти не просто с точки зрения бабла накосить, да, как некоторые считают, вот я сейчас там расскажу, бабок накошу, и пусть они занимаются тем, хотят, а я буду сидеть там на вершине горы, да, пусть мне деньги валятся. Здесь надо потрудиться, здесь нет действительно халявы, вот, здесь, ну, как правило, в жизни получается такая ситуация, что все, что связано с взаимоотношениями между людьми, да, ну, это с одной стороны просто, но нелегко. Здесь мы, в принципе, именно по партнерской программе работаем с людьми, которые нас окружают. Вот. Ну и вы знаете, да, что с людьми бывает по-разному. И зачастую тот человек, которым являетесь вы, вокруг вас образуются именно такие люди. Редко, когда вы, скажем так, не имеете огромного количества там человеческих качеств хороших, да, а вокруг вас прям золотые люди. Такого не бывает. Вот. Я думаю, никого не обижу. Все вы, наверное, видели ситуации, когда, например, алкоголик, он находится в кругу алкоголиков. Вот. И редко, скажем так, наркоманы находятся в том же круге. У них своя, скажем так, тусовка. Да? Вот. Человек, который любит футбол, бывают люди развитые, кстати, которые любят спорт, которые любят музыку, которые любят там театр и так далее. Ну, бывают узкие группы, да, кому-то кроме футбола ничего не нужно, и он с утра до вечера готов смотреть это. Вот его окружают, как правило, те люди, которым тоже это нравится. Итак, коллеги, у нас был до 18 числа немножко другой маркетинг-план, да, в нем квалификации было на две больше. На данном слайде вы видите те квалификации, те ступеньки карьеры, которые есть на сегодняшний день в компании SkyWay Capital. Вот. И справа синими буквами большими написана аббревиатура этих квалификаций. Самая первая квалификация – это партнер. Далее у нас идет консультант, лидер, мастер и эксперт. Где-то маркетинг-план упростился, где-то кто-то увидел больший доход, кто-то меньший. Но мы сейчас просто будем говорить о тех условиях, которые есть.
С 18 числа все, что было, скажем так, до того, скажем, все было перестроено по рамкам, по канонам, по правилам, которые соответствуют данному маркетинг-плану. Соответственно, ваши квалификации в личном кабинете тоже могли поменяться. Я думаю, они поменялись у всех. Вот. Предквалификационный уровень, он называется у нас клиент, это тот человек, который по вашей реферальной ссылке, да, либо по чьей-то другой, зашел на наш сайт, зарегистрировался на нашем сайте, и у него появилась возможность разбираться в личном кабинете, что где находится, получать информацию, задавать вопросы вам, задавать вопросы нашей отделу информационной поддержки, который находится в Москве, где работают грамотные специалисты, с удовольствием доносящие информацию, отвечающие на ваши вопросы, помогающие в разных ситуациях, которые возникают. Было бы желание использовать этих людей, да, потому что, в принципе, с 10 до 19 часов, как минимум, в рабочие дни, эти люди всегда готовы вам помочь. И есть у нас еще службы технической поддержки, которые работают круглосуточно. В личном кабинете каждого из вас справа внизу есть панелька, нажатие на которое демонстрирует чудо. Открывается окошко, в которое вы можете написать свой вопрос, и вам через короткий промежуток времени специалист техподдержки ответит. Либо, скажем так, оформит заявку, если сам не сможет решить вопрос, да? Либо поможет вам проделать набор простых действий, которые нужно сделать для чего-то, то, что вам необходимо. Итак, клиент – это тот человек, который имеет свой личный кабинет, и по большому счету он никому ничем не обязан. Да, он попадает в базу нашей компании, но заставить его что-либо купить, если он не хочет, мы не можем. Кстати, и вы тоже. Просто, опять же, на будущее, для тех, кто планирует строить свою партнерскую структуру, простой совет. Не пытайтесь уговорить всех, чтобы все, кто, скажем, зарегистрировался, купили акции. Ну, как правило, такого, наверное, не бывает в идеале, да? Кто-то, скажем так, зарегистрировался, потому что он, ну, ваш родственник не хотел вас обидеть. Потом посмотрел, сказал, да ну, я в это не верю и так далее. Вот. Кто-то зарегистрировался, вообще непонятно почему, да? А будут те, которые разберутся в информации, вы им поможете, они станут вашими партнерами. То есть, в принципе, с другой стороны, те люди, которые вас окружают, не старайтесь сделать так, что всех, кого вы знаете, чтобы зарегистрировались в вашем кабинете. Вам это тоже не нужно. Вот. Да и нам не надо, чтобы в базе висело огромное количество людей, которые не собирались ничего делать. То есть работайте просто, работайте грамотно. Сегодня в 19 часов по московскому времени будет вебинар, на котором Григорий Мирошниченко будет рассказывать, как доносить информацию, как строить бизнес, да, как работать с людьми, какие способы использовать и так далее. Ну, чтобы, скажем так, не было перекосов, чтобы у вас были люди, понимающие, да, для чего они сюда пришли, что они могут здесь делать, что они могут получить, увидеть свою выгоду. Да. Бывают в нашей жизни, скажем так, неожиданные моменты. Выбил интернет, я к вам вернулся. Дайте, пожалуйста, плюс-минус. Видно, слышно меня? Вот. Спасибо большое. Может, молния ударила где-то, я не знаю. Хотя у нас вроде сегодня зима пытается вернуться, и прошел снова снег. Вот тот, который был до этого, немножко стаял. Вот у нас есть даже Камчатка. Кстати, как там у вас дела обстоят? Недавно вас трясло, вроде там семибалльное землетрясение было, если не ошибаюсь, да? Итак, коллеги, то есть с клиентом понятно, да, то есть это тот человек, который, возможно, даже загорелся по вашей рекомендации, пришел, начал разбираться, но 100% дать гарантии, что он будет вашим партнером на 100%, он захочет зарабатывать деньги, он купит пакет акций, наверное, нет. Но есть одна очень положительный момент, точнее, один положительный момент в этом всем, в этом факте, потому что если человек зарегистрируется и даже в этот момент, скажем так, чего-то не купит, возможно, он не уберет галочки в своем личном кабинете, ему периодически будут приходить напоминания на электронный адрес о каких-то акциях нашей компании, о том, как мы развиваемся, новости и так далее. И вот это может быть той каплей, которая, скажем так, подвигнет его к тому, чтобы он стал инвестором, по крайней мере, да, чтобы он приобрел какой-либо из пакетов акций, помог нам, эти деньги пойдут в реализацию технологии, а потому что он зарегистрирован по вашей реферальной ссылке, вы еще заработаете деньги. Это тоже очень важно, поэтому ничего плохого в том, что люди регистрируются и пока не покупают, в принципе, нет. Вы знаете, по статистике в среднем там на человека
на принятие решения, вот посмотрели мы по статистике за 2 года развития компании, уходит до 30 с небольшим дней. От момента получения первой информации о регистрации, да, и до покупки. Нет, кто-то быстро делает, а кто-то там думает полгода. Это в среднем цифра там 30 с небольшим дней, то ли 33, то ли 34 дня получается. Итак, друзья, теперь мы переходим непосредственно к тем условиям, которые есть по партнерской программе компании Skyway Capital. Мы их достаточно быстро разберем, то есть у меня нет цели сегодня, скажем так, привязать вас надолго к экранам своих мониторов. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, вы мне потом их напишите. Первая квалификация – партнер. Для того, чтобы стать партнером нашей компании, вам необходимо зарегистрироваться и просто, нажав кнопку в разделе «Инструменты партнера» реферальной ссылки, у вас высвечивается надпись, что для того, чтобы зарабатывать деньги, необходимо заключить договор либо агентское соглашение. Если вы готовы это сделать, нажимаете «Да», «Подписать», у вас высвечивается сам договор. Вы можете его прочитать подробно, да, и в конце этого договора внизу есть «Подписать» кнопка. Если вы соглашаетесь со всем тем, что там написано, подписываете, и вам сразу же после этого присваивается квалификация партнера. То есть вы не клиент, а партнер. И с этого момента, когда вы подписали соглашение, у вас становятся доступными ваши реферальные ссылки, которые вы можете давать в разных источниках, да? Кому-то в общении между вами в социальных сетях либо в скайпе. Вы можете эту реферальную ссылку установить в статус в соцсетях, в статус в скайпе. Вы можете отправлять сообщения в соцсетях. Вы можете отправлять письма по электронной почте. Особенно если у вас есть несколько людей нормальных, меняемых, которые вы знаете, с ними давно общаетесь, они могут рассмотреть возможность просто любую, которую вы им предлагаете, да, потому что уважают вас. Вы можете им отправить эту ссылку по реферальной почте и сказать: ты знаешь, зарегистрируйся, это в принципе от тебя ничего не требует. Я буквально недавно стал инвестором в проекте, который может принести серьезный доход. Да, если вы знаете, что у этого человека есть какие-то вопросы, которые нужно решить, там, учеба детей, возможно, скажем так, деньги требуются на лечение кого-то там и так далее, вы можете дописать. Я в этом увидел, что это мне поможет сделать вот это, а тебе оно может помочь решить вот такой-то вопрос. Вот ссылка, регистрируйся, я тебе подробно смогу объяснить, что это и как. По электронной почте письмо улетело. 100% факт, что он зарегистрируется, нет, но если вы действительно, скажем так, показали ему возможность решения какого-то вопроса его жизненного, да, даже не технологии пока, там, не небесные дороги, да, не экологию Земли ты хочешь изменить, то есть это пока и не нужно. Вы предложили человеку изменить что-то в его жизни, а потом он может, благодаря своим действиям, изменить еще жизнь других людей. Вот это важно. Итак, партнер, с этого момента, когда вы подписали агентское соглашение, у вас открываются 4 уровня вашей структуры, с которых вам может быть выплачено вознаграждение. То есть вы делитесь информацией с кем-то, эти люди регистрируются по вашим ссылкам, они дают свои ссылки, по их ссылкам люди регистрируются. И так вот до 4 уровня, структура может уйти и в 5, и в 10 в глубину, но вам на уровне партнер компания выплачивает только с 4 уровней соответствующее вознаграждение. Непосредственно за свои действия, которые вы делаете, регистрируете людей под собой, 15% от той суммы, которую люди затрачивают на приобретение пакетов акций. Со 2 уровня вам выплачивают здесь 4%, с 3 – 2, и с 4 – 1. Да, вот Илья написал тоже неплохо. В принципе, для людей, которые пока даже не думают строить какую-то большую партнерскую структуру, уделять этому там по 4-8 часов в день, да, это нормальная схема, где вот иногда люди подходят с какой точки зрения. Я потратил там $100, там $200 на приобретение пакетов. Расскажу кому-нибудь, какую-то часть суммы верну, и у меня еще и акции куплены есть. Да. С каждой проплаты такой же, как у вас, например, $200, вам будет $30 возвращаться на бонусный счет и на акционы, потому что вы видите, что вознаграждение выплачивается в соответствии вот с этими процентами в полном объеме на акционы и на бонусный счет. Вот. То есть для людей, которые просто действительно являются партнерами, и здесь даже название самой квалификации называется «партнер», да, это нормальный вид вознаграждения. Вторая квалификация называется «консультант», вторая ступенька карьеры. Здесь уже вступает в силу 3 небольших, но обязательных условия. Первое из них. Вы станете консультантом только тогда, когда сами лично приобрели пакетов акций нашей компании не менее чем на $100 США. Вы можете это сделать разовым платежом. У нас есть, например, пакеты акций в рассрочку сегодня, где вы каждый месяц, может быть, готовы будете платить по $100. Да? Есть пакет за $130, например. Обычный пакет, в котором, скажем так, насчитывается, если не ошибаюсь, сегодня там 13 тысяч акций. Вы можете их приобрести. Тем самым вы выполните первое условие, то, что ваш личный товарооборот составит более $100.
В вашем первом поколении, то есть по вашей реферальной ссылке, кто зарегистрируется, должно быть не менее двух таких же, как вы. Кто преодолел рубеж, скажем так, инвестиций в наш проект, $100 США. Достиг его, да? От сотни и более. И третье условие, которое отличается от маркетинг-плана предыдущего, да, который у нас был до 17 января включительно, товарооборот первого поколения с учетом вашей проплаты, да, вы тоже, скажем так, входите. Я, наверное, неправильно рисовал, давайте я покажу правильно, как это выглядит. То есть товарооборот ваш и вашего первого поколения должен составлять не менее $500 США. Когда эти три условия выполняются, вам присваивается квалификация «консультант» и немножко видоизменяется ваш уровень дохода, потому что с первого поколения вы по-прежнему будете получать $15, со второго уже 5%, ой, извините, 15%, со второго 5%, с третьего 3%, с четвертого 2% и с пятого 1%. То есть у вас увеличивается процентное вознаграждение, еще добавляется один уровень. Вознаграждение также начисляется на бонусный инновационный счет в полном объеме. То есть купил человек на $200, опять же, да, вам $30 в первом поколении пошло на бонусный счет и на акционный счет. Третья квалификация называется лидер. Здесь опять есть три простых, но обязательных условия. Первое из них – сумма ваших личных инвестиций должна быть не менее $200 США. Опять же, у нас есть пакет, который стоит $200. Достаточно было приобрести его в самом начале, и первое условие уже выполнено, да? Второе условие. В вашем первом поколении должно быть не менее трех людей, вот, да, которые купили акции наших компаний также на сумму $200 и более. Это второе условие. И третье условие, которое можно обозначить вот таким вот образом, да, то есть вы и товарооборот вашего первого поколения должен достигать не менее $2000 США. То есть ваши 200, 3 по 200 – это уже 800. И весь остальной товарооборот людей, которые зарегистрированы в наш проект по вашей реферальной ссылке, еще 1200, если есть, соответственно, вы выполняете третье условие. В этом случае ваше вознаграждение с первого поколения по-прежнему 15, со второго 6, с третьего 3, с четвертого 2, и с двух уровней, с пятого и шестого, вам компания будет выплачивать по 1% с товарооборота, который будут делать люди, находящиеся от вас на этом уровне. Там могут люди покупать там, и на $1000, и на 2. Соответственно, 1% от этой покупки будет вам начисляться на бонусный инновационный счет. Я думаю, что ничего сложного нет. Да? Вот если сейчас я говорю все понятно, просто поставьте цифру 1, наверное. Да? Ага, хорошо. То есть, если кому-то что-то непонятно, вы можете поставить просто минус. Итак, друзья, четвертая квалификация по маркетинг-плану компании Skyway Capital называется уже мастер. Да? Мастер – это как бы человек, который ну, уже многое умеет, правда? То есть у нас мастера где есть? Да везде практически. На заводах, да, у нас есть мастера там, в восточных единоборствах, у нас есть заслуженные мастера спорта в целом ряде направлений. Вот. Ну, то есть мастер – это уже, скажем так, человек, который правильно мастер в цеху, вот Илья написал. Вот. То есть мастер и Маргарита, кстати, помните? Мужик написал книжку, по которой сняли сериал. Вот. Вообще Булгаков написал, в принципе, интересное произведение. Песня есть про мастера Маргариту, кстати. Итак, коллеги, чтобы стать мастером, опять же, нужно выполнить три условия. Первый из них – ваш личный объем, ваш личный товарооборот должен быть не менее $500 США. Опять же, у нас есть достаточно большое количество инвесторов, партнеров, которые сделали первую инвестицию – позволяющим, в принципе, сразу же выйти на высшую ступеньку карьеры. Да, о ней мы поговорим вот буквально через пару минут. Вот. $500. У нас есть пакет, например, 550 в капитале. И есть большое количество людей, которые такие пакеты приобрело. Второе условие. В вашем первом поколении должно быть минимум три мастера. Что значит три мастера? Ой, три лидера, извините. Три лидера – это те люди, которые выполнили предыдущую квалификацию, которая вот сейчас у вас на экране, я вернулся, да? То есть, если в вашем первом поколении есть три человека, которых вы научили достичь уровня лидер, либо сами научились, вот, и товарооборот всей вашей структуры с учетом вас в первом поколении, да, опять же, вот товарооборот вот этой части вашей структуры достиг $5000 США, вот, получается, вы стали мастером. Это вам дает следующее вознаграждение. 15% по-прежнему с первого поколения, 7% со второго,
3 с 3, 2 с 4, по 1% с 5, 6, и у вас добавляется еще 3 уровня глубины по 0,5%. Как я говорю, если правильно строить сетевая структура, то на каждом последующем уровне людей значительно больше, чем на предыдущем. Да? То есть там может делаться большой товарооборот, вы будете получать проценты оттуда. И этот маркетинг-план, наверное, его преимущество в том, что вам, в принципе, не надо ломать голову, догонит вас кто-то, не догонит. То есть вот у вас есть вознаграждение с 9 уровней, жесткий процент, вот его вы будете получать. С 10, ну, к сожалению, вам ничего не достается, пока у квалификации мастера. Вознаграждение также выплачивается 100% на бонусный, на акционный счет. Открою маленькую завесу, возможно, не все из вас слышали, что поначалу руководство нашей компании думало на предыдущих трех квалификациях, партнер, консультант и лидер, сделать немножко по-другому. То есть 100% положенный объем начислять на бонусный счет, а вот на акционы поначалу предполагалось 20-30%, 50% и только с квалификацией мастер 100%. Потом приняли решение, пока группой компании Skyway не принято решение, да, скажем так, уменьшать вознаграждение на акционном счете, а когда-то, может, вообще акционного счета не будет. Потому что сегодня акционный счет, он позволяет вам делать что? Вам туда начисляются деньги, но вы ничего не можете с ними сделать, кроме как купить акции. Это подарочный счет фактически. Да? То есть это, можно сказать, скидка, у вас там копятся какие-то баллы, которые вы просто потом реализуете на то, что можете купить в магазине. По-другому это можно так объяснить. Да? Вот так происходит у нас с акционным счетом. Я думаю, у большинства людей, ну не у большинства, но по крайней мере у многих есть какие-то скидочные карты каких-либо сетей, да, торговых, там, я не знаю, MVideo, Eldorado, либо чего-то еще. Если вы что-то покупаете, то вам копятся баллы. И эти баллы вы потом можете использовать при каких-то дальнейших покупках именно в этой сети, именно в этом магазине. Вот акционный счет у нас именно такой. На него вам начисляются, назовите это баллами, но они в эквиваленте денежном, да, таком же, который идет на бонусный. Эти баллы вы можете реализовать потом, выбрав себе из раздела «Инвестировать» в личном кабинете какой-либо из пакетов акций. Вот таким вот образом. Квалификация, которая называется «Эксперт», является вершиной нашего маркетинг-плана. То есть, какое количество людей может достичь этой квалификации, в принципе, нигде не ограничено. Стройте сеть сами, помогайте развивать эту сеть своим партнерам, своим поверившим вам, да, своему окружению. Передавайте свой опыт, набирайтесь нового какого-то, становитесь лидером, это еще называется, и так далее. А вот опять же три условия, которые нужно выполнить. Первое, сумма вашей личной инвестиции должна достигать $2000 США. И как я вам говорил, у нас есть большое количество инвесторов, которые купили пакеты за 2000 и более. Да, у нас такие пакеты есть. Второе условие, что в вашей структуре должно быть не менее трех мастеров, то есть тех людей, которые были так же, как и вы, мастером, достигли предыдущей квалификации. И здесь есть маленькая оговорка. Два из этих мастера, да, должны быть в первом поколении. Обязательно. А третий мастер может быть где угодно в глубине. Но важное условие, что этот третий мастер не входит в структуру первого либо второго. То есть это независимая ветка. Он может быть у вас во втором поколении, в третьем, там, в пятом, в десятом. Но если он есть, соответственно, вы становитесь экспертом. И товарооборот всей структуры с учетом вашего товарооборота, который вы создали и лично приобрели пакеты акций, должен составлять не менее $10 000 США. Когда все это происходит, ура, вы эксперт, да? Вы достигли вершины маркетинг-плана, и в этом случае вознаграждение у вас распределяется по 20 уровням глубины вашей структуры. 15% первого поколения, 7% второе, 3% третье, 2% четвертое, по 1% с 5% 6%, по 0,5% с 7% по 9% уровень и по 0,2% с 10% по 20%. Это то, что может зарабатывать у нас эксперт. Точнее, зарабатывать проценты, да, с этих уровней, получать доход. Потому что партнерская программа – это все-таки доход. Если в вашей команде будет несколько людей, которые, скажем так, научатся и будут сами двигать этот бизнес, вы не будете тратить время на то, чтобы им что-то доказать, показать, объяснить и разъяснить, они сами это могут делать, да? Значит, вы руководите уже серией филиалов. То есть вы крупный предприниматель, у которого есть череда филиалов, которые могут быть и в нашей стране, и в разных странах, по всему миру, да? Люди зарабатывают деньги с одной стороны себе, с другой стороны, и вы получаете процент. Плохо ли это? Это хорошо. Вот это как раз-таки, наверное, ключевое преимущество любых партнерских программ, MLM-бизнеса, сетевого бизнеса, да, при условии, что вы не просто с людей сшибаете деньги, да, неизвестно во что, а помогаете им еще развиваться и помогаете развиваться им структурам. По большому счету, это все пять квалификаций, которые мы с вами рассмотрели на сегодняшний день в таблице, в такой сводной, да,
отражена ситуация, связанная с партнерской программой, то есть те проценты, которые вы можете зарабатывать. Партнер на светло-голубом фоне 4 уровня, консультант на бежевом 5 уровней, лидер 6 уровней, мастер светло-салатовый цвет вплоть до 9 уровня структуры, да, и эксперт на желтом фоне 20 уровней глубины. Как показала статистика, ну, почти за полный год работы нашей команды, нашей компании, точнее, на рынке, да, у нас еще нет ни одного человека, у которого структура ушла в 20 уровень. Поэтому перспективы, скажем так, построения, создания бизнеса большие, было бы желание в этом направлении трудиться. А если говорить об условиях и преимуществах данного маркетинга, то, наверное, можно выделить следующее. Да? Первое очень важно, то, что маркетинг накопительный. Все, что делаете вы, складывается. Ваши личные инвестиции суммируются, да, там вы можете купить пакет за $15, за 30, за 60, за 130, все сложилось, бац, вы выполнили условия квалификации лидер, потому что за 200 выскочили, да. Вот, все, что делает ваша структура, тоже накапливается. Но у нас квалификационным считается первый уровень, вы видите, да. То есть товарооборот, если мы раньше определяли по товарообороту всей структуры в предыдущем маркетинге, то сейчас идет жесткая привязка к первому поколению. Для того, чтобы деньги выводить с бонусного счета, необходимо, чтобы вы заработали на него, чтобы вам было начислено не менее $30. $30 на бонусном счете появилось, вы можете вывести эти деньги. С учетом того, что вы вписали кошелек, один из четырех возможных, да, на который мы выводим деньги сегодня, в разделе настройки личного кабинета, в разделе банкинга. Вот. Если там эти кошельки у вас прописаны, просто выбираете кошелек, оформляете заявку, и в финоделе у нас приходит информация, что такой-то человек хочет вывести деньги туда-то. В течение буквально 1-2-3 дней эти деньги выводятся к вам на тот кошелек, который вы указали. Условия роста квалификации, я думаю, что те, кто слушал с самого начала, поняли, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций людей, находящихся в вашем первом поколении. Данный бизнес вам позволяет заработать серьезную сумму денег, потратив всего $15. То есть никто не будет у вас сидеть, никто не будет вас заставлять, скажем так, проводить удушающие приемы какие-то, да, стучать вам по голове и говорить, купи у нас еще, купи еще. Купили на $15 маленький пакет, 795 акций там в нем есть. Хотите, можете просто зарабатывать по партнерке. Никто вас не будет, скажем так, терроризировать, предлагать что-то сделать, да, потому что акции периодически у нас проходят и выгодно можно купить следующий пакет, вам будут. А вот доказывать, скажем так, и донимать вас, зажимать пальцы в тиски, да, вот, каким-то образом другим заставлять вас это сделать, никто не будет. У нас нет необходимости, это очень важный момент, подтверждать квалификацию. Единожды поднявшись на какую-то из ступенек нашего маркетинг-плана, вы на ней остаетесь, да. Вы можете вырасти выше, если продолжаете действовать, помогать людям, там, создавать товарооборот и так далее. Ниже вы уже не упадете. Кстати, в повседневной жизни и в большом количестве партнерских программ и партнерских структур в других компаниях происходит ситуация, что там квалификацию периодически нужно подтверждать. Вот в нашей с вами обычной жизни есть такие понятия, как категории у врачей, преподавателей, еще у целого ряда специальностей. Да? В армии есть там должное звание, есть классность. Чем выше все это, тем больше ваш доход. Вот. Ну, как бы так, в армии, конечно, звание, должность подтверждать, точнее, звание подтверждать не приходится, если ты там ничего не нарушаешь, и тебя его не отнимают, да? А должность там, если твоя должность, скажем, выше, каждая последующая, соответственно, твой доход больше. Но там тебя могут разжаловать, либо, скажем так, отобрать ту должность, лишить чего-то и опустить ниже. Здесь такого не происходит. У нас высокий процент выплат. Как с первого поколения, то есть за ту деятельность, которую вы сами лично осуществляете, да, 15%. Так и вплоть до 20 уровня глубины от 0,2 до 7%. Это большие проценты, потому что, опять же, не так много компаний выплачивают такие проценты. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете сами лично пригласить сюда, в этот проект. Это может быть 3, 5, 10, 20, 100, там, 1000, да. Важно, чтобы вы сами, скажем, соизмеряли свои собственные усилия, затраченное время, и насколько вы готовы 24 часа в сутки этим заниматься, если пригласили там 20-30 человек, которые готовы активно развиваться. Если такое произойдет, у вас через какое-то время сил не останется, даже если вы это любите. Поэтому логичнее всего там пригласить 3-4-5 человек, научить их делать простые шаги, потом помочь им сделать то же самое с людьми, которых пригласили, а потом брать новых людей по одному, по два, обучать всегда проще, временно это требуется меньше. Бонусное вознаграждение, как я вам говорил, начисляется в денежном эквиваленте одновременно на бонусные и на акционные счета. Это тоже преимущество, пока оно есть, и те деньги, которые вы на бонусный счет получаете, вы можете на них купить акции, вы можете их передать, кстати, в личном кабинете партнера, в личный кабинет другого партнера, это тоже удобная функция, либо вывести, потому что вы их заработали.
Акционный счет – это только для приобретения акций, я это уже говорил. Кстати, основной счет, который у нас есть, если вы на него завели деньги, единственное, что вы сможете сделать, да, это перевести деньги на основной счет другого человека, а вот с основного счета у нас деньги не выводятся. Это просто, чтобы вы знали на будущее. Итак, коллеги, это та информация, которую я хотел донести сегодня на нашем вебинаре. Если есть вопросы, давайте мы, наверное, их попробуем обсудить. Вы знаете, есть акции привилегированные, есть акции простые. То есть, как бы, холдинг, ЕРСС холдинг, да, владеет привилегированными акциями компании GTI, то есть корневой компании. Вот. У нас с вами именно эти акции. Простые акции, их там 70% от всей интеллектуальной собственности, они в принципе предназначены для людей, которые готовы вкладывать большие деньги, но, скажем так, их прерогатива не является получение дохода вот прямо сейчас, там, либо дивиденды первые и так далее, и так далее. Как бы это те люди, которые имеют отношение к серьезному бизнесу, которые понимают, что такое инвестиции, которые, например, готовы инвестировать там, в строительство стадиона, который принесет прибыль там, через 10 лет. Да? Ну, вот в таком плане. Тем, как правило, интересны простые акции. Вот, они становятся тоже совладельцами там, доли компании и так далее, и так далее. У нас акции привилегированные, да, у этого холдинга. И мы, скажем так, в рамках холдинга имеем эти простые акции, которые имеют право голоса, да, и на которые, как сказано в инвестиционном меморандуме, в дальнейшем, вот на эти 15% акций, которыми владеет холдинг ЕРСС, да, будет начисляться 20% от прибыли компании в виде дивидендов между теми людьми, кто владеет этими акциями. Вот если так на пальцах объяснить. По поводу кнопки на вывод документов. Марина, разъясните хорошо, потому что вывод документов куда и каких? Хорошо? Потому что вот для меня вывод документов не совсем понятен. Документы на акции. Вы знаете, вы сейчас можете, скажем так, скачать и распечатать сертификат компании Skyway Capital. В конце прошлой недели мы разговаривали с людьми, работающими у нас в службе реестра. Они говорили, что информация, переданная 5 ноября, она переносится в основной реестр компании. Вот. Через какой-то промежуток времени появится возможность иметь сертификат, точнее выписку, скажем так, из реестра корневой компании. Да, Томми правильно писала, что сертификат и договор есть, но просто смотрите, не все, скажем так, удовлетворяются сертификатом компании Skyway Capital. Да? Вот, он цветной, красивый, его можно распечатать и сказать, вот это обязательство компании Skyway Capital до тех пор, пока вас не внесут в реестр корневой компании. Как вас туда занесли, за те пакеты акций, которые вы приобрели, соответственно, у вас уже будет возможность распечатать документ за подписью Юницкого, что вы внесены в реестр компании. Реферальную ссылку, опять же, если говорить, какую реферальную ссылку лучше давать, все зависит от того, кому вы ее даете, да, и какова ваша цель. Потому что у нас есть реферальная ссылка, ведущая на лендинг инвестора, где достаточно подробно рассказывается о технологии. У нас есть реферальная ссылка, ведущая на сайт компании, где люди могут нажимать разные кнопки и искать там информацию, там, начиная от новостей, заканчивая историей развития технологии. Да. У нас есть реферальная ссылка сразу же на форму регистрации в личном кабинете. Если человек, с которым вы пообщались, дали ему информацию, он, может быть, день-два там смотрел видео, задавал ему какие-то вопросы и так далее, говорит, все, я готов регистрироваться, ну, наверное, будет наиболее правильно давать ему ссылку сразу на регистрацию в личный кабинет, правда? Чем давать ему ссылку на сайт, потом ему сказать, пролистни там до туда, нажми там кнопку регистрации, это путь немножко дольше, хотя он тоже простой. Вот. А если человек, которому вы давали информацию, говорит, хорошо, дай мне что-то почитать, я бы хотел ознакомиться подробнее, дайте ему реферальную ссылку на лендинг партнера, например, да, на лендинг инвестора, где он может читать информацию и даже независимо от вас, в принципе, нажав кнопку регистрации на лендинге, которую вот дали вы реферальную ссылку, выбрав регистрацию, зарегистрироваться, это будет ваш партнер. При условии, что вы дали эту ссылку, он по ней зашел, почитал и, может быть, даже завтра снова по ней зашел и почитал именно от вас информацию, зарегистрировался. Иногда, к сожалению, происходит ситуация, особенно с незнакомыми людьми, когда они по вашей реферальной ссылке вышли, прочитали что-то, потом забыли, да, по какой ссылке они выходили, зашли в интернет в поисковике, просто нажали Skyway, у них высветилась первая, скажем так, наиболее посещаемая ссылка, они по ней зарегистрировались. Человек таким образом регистрируется по той ссылке, на которую вот он взял и воткнулся второй раз, да. Поэтому если вот почему мы говорим, лучше работать с людьми целенаправленно. Вы даете информацию, вообще интересным было людям, например, в мир инвестиций. Да, возможно, вы в каких-то группах, целевых там форумах принимаете участие и так далее.
Вы просто видите, о чем идет речь, и предлагаете людям какую-то возможность. Какую, я не знаю. Вплоть до интересного общения, да, может быть. Но общение я имею в виду нормальное. Потому что общение, вы знаете, это очень тоже широкая такая категория. Общаться можно, делая разные вещи, да. Вот. И там, пообщавшись, познакомившись с человеком, он может вам задать вопрос, чем ты занимаешься, вот, мне интересно. А вы можете сказать, ты знаешь, я вот с недавних пор, я вообще там инженер, там, или я там спортсмен, а с недавних пор нашел интересную тему и стал инвестором в технологию, которая вот через год уже будет реализовываться и будет мне приносить прибыль. Он может вам спросить, ты знаешь, мне это интересно. Он может сказать, а, муть какая-нибудь, не хочу. Расскажи лучше, где ты там выиграл соревнования, да. Соответственно, у вас уже есть сигнал, что сидеть и по ушам тереть этому человеку, ушатывать его, за рога притягивать и говорить, да нет, ты послушай, это так интересно. Не нужно этого делать. Потому что вы будете раздражать его. Да? Он не хочет этого делать, а вы его заставляете это делать. Попробуйте выпить ребенка там, трехлетнего, да, там, то, что он пить не любит. Кстати, дети, они очень хорошие люди, в каком смысле? Они искренне, да, до определенного времени. То есть они говорят честно то, что им не нравится, они не любят, они не хотят. Там, до определенного возраста, пока взрослые не научили их врать, скользить, да, и подстраиваться под что-то. Так вот, лучше с людьми быть честными и слышать честный ответ. Я всегда говорю, что ответ нет, для меня он два плюса. Ответ да, один плюс, ответ нет, два. Почему? Потому что я не буду тратить огромное количество времени на доказательство человека, которому, возможно, я ничего не докажу. А надо ли мне доказывать, да? Да не надо. Смысл? Возможно, то время, которое вы тратите на то, чтобы доказать, там, вот кто-то написал, брат никак не верит, да? А вы ходите вокруг брата, вы тошните уже, извините за выражение, там, месяц, три месяца, полгода. Брат уже устал, у него башка трещит, там, у него колокол в голове звенит от слова Skyway, а вы все пытаетесь его ушатать, а он не хочет. Да за это время, может быть, вы рассказали бы сотни людей, и уже 20 из них стали бы вашими партнерами. Я не ругаюсь сейчас, а просто показываю, что есть другие пути. Есть другие люди. Кстати, если коснуться темы взаимоотношений между людьми, там, семьи и так далее, не факт, что все из вас, скажем так, вышли замуж либо женились на первом человеке, которого вы полюбили. Некоторые влюбляться начинают там с 5 лет, правда ведь? Не все пришлись ко двору, то есть не со всеми вы сошлись и так далее. Так и в жизни, так и в бизнесе, кстати. Не все люди могут стать вашими партнерами. Кстати, люди могут быть такие, что вот вас они не услышали, а кого-то там услышали. И обижаться на это не стоит, кстати. Такое может быть, правда? Может. Есть еще какие-то вопросы, коллеги? Сегодня в 19 часов, как я вам говорил, будет вебинар Григория Мирошниченко, где он будет рассказывать о способах, методах построения партнерских структур, об управлении бизнесом и так далее. Как правило, он на своих вебинарах отвечает на ваши злободневные вопросы. На то, что вам наиболее трудно, да, какие у вас сложности, то есть, и дает какие-то свои советы. У человека большой опыт построения подобных структур, вот, поэтому... Вы знаете, но, к сожалению, наверное, Василий, так устроена жизнь. Да, то есть, ты своим родным как-то говоришь, вот, давай вот это сделай, вот это. Знаете, анекдот есть такой, про маму и дочку. То есть, дочке 2 года, у него в голове, мама знает все. Хоп, дочке 10 лет. Мама чего-то не знает. Фига в дочке там 18 лет. Да чего там мать может знать, да? Раз 25. Лучше бы я маму слушала. Так вот бывает с родственниками. Да, они могут даже обидеться. Но те из них, кто вменяемые родственники, я считаю, да, вы ему говорили, он говорит, да не надо. Он говорит, да, видишь, я вот пролетел. Он честно это признает, и все будет нормально. Те родственники, которые завистливые, там, я не знаю, какие-то, которые желают, скажем так, улыбаясь вам добра, а на самом деле внутри них, да блин, лучше бы он прогорел, да, и я оказался бы умней. Ну, чего вы по поводу их переживаете? Вы не можете своим родным и близким вставить мозги, да? Если вам нравится изучение немецкого языка, они его не любят, да, они хотят выучить японский, да хоть разбейтесь перед ними. Вот. А то, что вы купили по пакету, конечно же, вы им сделали благо, но с точки зрения работы по партнерской программе, это, в принципе, вам не дало ничего, кроме ваших инвестиций в родственников. Вот. Они, может быть, когда-то вам скажут спасибо, да, когда получат деньги. Дай бог, чтобы это произошло. Но не факт, что они все скажут спасибо. Кто-то может сказать потом, а чего так мало? Я думаю, вы знаете это, Василий, да? Это жизнь.
Мне очень нравится одно из выражений, которое я прочитал в книге, по-моему, Максвелла, да, который пишет про лидерство, у него много разных книжек. И там была фраза Элеонор Рузвельт, это жена первого президента Рузвельта в начале 20-х годов. Она сказала очень просто. Делайте то, что ваша совесть вам подсказывает, что вы поступаете правильно. У вас всегда будут последователи, будут оппоненты. Вас проклянут, если вы это сделаете, и проклянут, если вы это не сделаете. Поэтому вам самим решать. Вот видите, Людмила пишет, что благодарна человеку, который позвонил и рассказал. Да? Она зарегистрировалась, посмотрела, инвестиция $10, там, подумала, что какой-то бред. А потом человек разобрался, дошло. Она не знает, что это за человек. Ну и слава Богу, то есть мимо вас прошло, скажем так, что-то большое и положительное, да, то, что изменило вашу жизнь, изменило ваши отношения. Вот таким вот образом. А то, что вы попали под кого-то другого, поймите правильно, это тот случай, что я вам описал. Да? Но человек в вашей жизни оставил след, то есть он вас подтолкнул к чему, к чему-то, что вам, скажем так, изменило, то, что изменило вашу жизнь. И, наверное, за это ему нужно быть благодарным. А он, возможно, действует по принципу, как в мультфильме было сказано, да? Делай добро и бросай его в воду. Это тоже нормально. Если люди делают там какой-то бизнес в интернете, то таких ситуаций может быть много. Потому что интернет вы не проконтролируете. Если вы еще, скажем так, занимаетесь этим, разбрасывая огромное количество ссылок по разным интернет-ресурсам, да, вот, то кто-то может под вами зарегистрироваться. И не факт, что все, кто посмотрели по вашей ссылке, может быть, даже где-то нашли ваши фотографии, и вы им понравились, второй раз выйдут именно по вашей ссылке, а вот так сделают не так, как я сказал. Выйдут в браузере, напишут там Skyway, хлопа, и все. Ну вот видите, хороший ответ, кстати. Я помогаю в своей жизни тем, у кого нет денег. Но тебе, наверное, это неинтересно. Что вы сделали, да? Вы как бы оттолкнули человека от обратного. Когда человека не уговариваешь, а говоришь, да, тебе, наверное, это не надо. Иногда у людей возникает такой, как это не надо, мне тоже надо. Правда ведь? Ну, это один из способов, одна из техник. А некоторые это делают от души, именно так говорят, да? Потому что это часть вас. Ну, посмотрели на него и сказали, да, тебе, наверное, это не нужно. Вот смотри, у тебя там, у тебя одна пуговица $1000 стоит на твоем пиджаке. Зачем тебе это? А он, оказывается, наоборот, да нет, я, наоборот, грамотный, мне тема инвестиций всю жизнь была интересна. Ну-ка, расскажи. По-разному может быть. Все люди разные. Может быть, жизнь поэтому интересна, что, наверное, нет ни одного похожего друг на друга. Даже внешне, если они похожи почти как две капли воды, внутри они чем-то будут отличаться. И часто в нашей жизни происходит следующее, то, что именно то, что внутри, гораздо ценнее то, что снаружи. Можете со мной соглашаться, можете нет. Знаете, наверняка выражение такое, да, что даже в самом плохом человеке есть что-нибудь хорошее, если его хорошенько обыскать. Друзья, у меня, в принципе, нет больше никакой информации для вас. Если вопросов нет, то мы, наверное, будем заканчивать вебинар. Да? Я вам благодарен, что были сегодня со мной. Напоминаю, что сегодня в 19 будет вебинар Григория Мирошниченко. В воскресенье будет вебинар, который будет проводить Александр Мынко, который вы любите, семейные встречи в 3 часа дня по Москве. Вот. На следующей неделе наше расписание будет практически тем же, что и сейчас. Одно хочу дополнить, я не знаю, все ли знают или нет, в разделе личного кабинета, точнее в личном кабинете, в разделе события, да, в нашем меню, первым пунктом написано расписание вебинаров, то есть это буквально у нас 10 дней где-то там данная информация. Поэтому если вам не приходит рассылка, либо вы не можете ее найти на почте, такое случается, не все знают, где папка спам, например, и так далее, и так далее. Заходите в личный кабинет и будете видеть, во сколько и когда какой вебинар будет проходить в компании Skyway Capital. Ну вот, видите. Хорошо, друзья. Всем хороших выходных, отличного настроения. Продолжение зимы, у кого-то жарко, у кого-то, скажем так, снежный. И до новых встреч на наших вебинарах.